Бершут Калакадош, всем добро пожаловать. Мы продолжим наш сихот мусар. Скажем, Руфа Шлема Руфа Нефешу Коль Холяму Исраэль Хаим Бен Малка, Шимшон Хаим Бен Мазал, Руфа Шлема Руфа Нефеш, Трапе Кадош Бархотам Баремах Варахем Вишасаги Дехем, Энна Рафана Лахем, Энна Рафана Лахем, Вахенни Рацон Варамар Амен. Мы скажем, Элиф Авдалот Миламетим Мехаим, наш дядя Сулейман Шломо Акоэн Бен Тамара, Руах Ашем Тенахену Баганеден, Басхут Алимут Азе, Кадош Барху, Мала Мала Ото, Басхут, the learning that we do, that мы то, что будем изучать, Руах Ашем Тенахену Баганеден, Ху, Вахоле Ашахмим, Обихла Рахмим, Васлихот, Вахенни Рацон, Вараман Умен. Мы продолжим нашу тему, которую мы начали. Тема наша будет, каждый человек, который, если нет в нем никакой работы, что такое никакой боли от этого, боли это, что он от этого награду не получает, как он это делает, мицвот с боли, или живет в этой жизни, много-много через difficulties проходит в этом мире. Вене Яков Авену Амар Батфилатену. И Яков Авену, мы говорим, что говорит в своих молитвах, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. יעקב אבינו בראשית ינפיסנה, 28-20. הקדוש ברוך הוא דאי מיני וישי, שוב ימוק וישי עדיבת. דאי מיני וישי, שוב ימוק איך עדיבת. ידאי מיני חלב, שוב יפקושו. יעקב לא ביקש אלא את המוכרח לו. יעקב אבינו בושי נספרש הוא השם. דאי מיני וישי עדיית יחלב פקושו, תקוסות שחלבו. נו, מי זנאים שאתו מירי תכני רבות איצה. Мы знаем, что Яков Авену вышел от Лавана дома очень богатый. Когда он пришел в Лавана дома, он очень пришел бедный. Значит, Яков Авену мы знаем, что он был очень богатый человек, потому что в Торе рассказывает про его скотов, сколько у него скотов было, какой он был богатый человек. И в тот момент здесь написано, что Акадош Барух он спрашивает, в тот момент, дай мне хлеб только покушать и вещи, чтобы я мог одеть. Эн шалах эт банав ле Мицраим ле шбор эт охел. Когда было, мы знаем, в Израиле, когда была голодовка, Яков Авену посылает своих детей, он говорит, иди в Египет, пошлите в Египет, в Египте там есть, мы можем там вы достать, можете пищу для всего еврейского народа. Амар шуву шувру лану меат охел дахайну рак меат. Он говорит, идите, возьмите чуть-чуть от Египта, чуть-чуть, и здесь говорится чуть-чуть. Что такое чуть-чуть? Это очень растяжимое понимание. Ахри хулану это вло йотер. Гамзе ломарак ашер кулан куло леехол это шевер ашер шавио. Он говорит, Яков Авену, идите в Египет, возьмите сколько нам надо, больше то, что нам не надо, не берите. Вехен Иуди омар Йосеф. Иуда омар Йосеф, ваэмер авину шуву шувру лану мяд охли. И так говорится, Иуда приходит Йосефу и говорит, дай нам чуть-чуть покушать, чуть-чуть обед. Роце ломат шавину шалах отану баэд ахрахи лану ваот баэд мутарод. Здесь мы видим, что Яков Авену посылает своих детей, чтобы взять от Египта не то, что больше то, что им положено, чуть-чуть, чтобы sustain the goof, чтобы их не на тело не вымерло, чтобы они могли продолжать мицвот, но не больше то, что им отец сказал, и так они жили своей жизнью. Гама бегет лильбош бекеш Якована вайдалерзе. Также говорится бегет, вещи, которые одевать в этом мире. Яков Авену спрашивает, халила лаалот альда читкавен ле бегет паэр, ашер эцлену хэм бегет да дварим ухрахим. Эла ху бекеш рак лильбош. Мы отсюда тоже учимся, но мы каждый скажем, брат, мы не Яков Авену, мы люди, мы дети Якова Вену, но мы живем в другой environment, мы дружим в другой society. В тот момент Якова Вену только спрашивает, дай мне только вещь одеть. Он не говорит, дай мне красивые вещи, не говорит вещи, которые, не дай Бог, порванные, не говорит вещи именные, вещи. Кедерши Матину Багамара на Дарин, как написано в Талмуде, Масехет Недарин, в нашем Талмуде, 49-м странице Амуд Бет. Дебетео дарбиуда навкат нактет. Амра авда глима деготиве. Яцта лесук ванканта цемер вазта мимену глима. Как нафак лешука мехасебо. Энег раби лезе лацуе хэ мехасе мацле. Шайта яце лешук вушаото. Яца раби лезе литпаэла вушобо.
Как написано в Талмуде, были такие хахамим, что у них не было даже вещи. Вещи были, что один день его жена одевала, один день муж одевал. Ну, мы скажем, это слишком много для нашей темы и слишком много для нашего понимания, то, что мы хотим здесь объяснить. Ну, давайте посмотрим, что они хотят, наши мудрецы, с этим сказать. Что они хотят нам объяснить, в какой форме мы должны это понимать. כדי מחסה ביהיה מברך ברוך ש... שאתה נמיעיל, שהיה חביב כל כך אשר כמיעיל היה לא רכן אחר. ויש להתבונן איזה בגד היה, שראה עליי כלי גבר, והאישה מוצאה ולא יהיה כלי גבר על האישה. כך מזניים, מתוק אשר סקזלי, וניח תריך מודריצוף, אני עדיבה לי סווי... סווי ז'ני וישי, את הוישי, את הגבריצה פלטו, כת פלטישקה, И муж одевал эту, когда он ходил, выходил на улицу, когда он ходил, молился, он одевал своей жены пальто. Ну, в тот момент написано, что нам нельзя пальто одевать женщины. Женские вещи нельзя мужчине одевать. Мужчине нельзя одевать женские вещи. Как написано, «Вло ильбаш гевер ищат симля». Как написано в пасуке, мужчина, чтобы не одевал. Женские вещи, женские мужчина, чтобы не одевал. В том моменте мы учимся тоже отсюда, что женщина, отсюда мы учимся, что брюки нельзя одевать. Ну, мы скажем, брюки это было в наше время, или там европейцы принесли. Тоже в этом Мигдаше они одевали такие михнасай. Михнасай, это говорится, они одевали брюки, но сверху у них было как халат. И в тот момент говорится, как он может такой мудрец пойти со своей, потому что у него вещей не было, пойти помолиться в женском пальто. И нам нельзя. Нельзя такие вещи одевать, женские вещи. Мужчина не может, женщина не может мужские вещи одевать. В том моменте мы должны быть очень осторожны быть. И это есть напрямую написано в нашей Торе. Также ради смеха. Иногда мы видим клоуны, иногда мы видим надсмеивающие, которые мы знаем, что они любят смеяться. И они одевают женские платья, например, хотят показаться или сделать театр. Даже театр нам нельзя одевать женщинам мужские вещи, мужчине женские вещи. Это лав, батура. Даже ради смеха это нельзя делать. Но кто нас слушает, кто будет слушать и кому это вообще, говорят нам некоторые, интересует. Из-за этого мы должны очень осторожны быть, потому что это написано напрямую в нашей Торе. Что кли гевер, в им симлад иша и ареза митцва лод лильбаш. Царих ломаш ли глима хойта эла хатихат абад, шло ишех башим бегет иш о иша. В Талмуде написано, что когда мы сказали мудрец одел женское пальто, написано, это не было пальто. Это было простой, это был материал. Это материалом он покрывался, выходил. Также и женщина, когда должна была быть на улицу, и было чуть прохладно, она тоже этим материалом покрывалась. Значит, в тот момент это не было специальное пальтишко для женщины. И в тот момент это нет проблемы, что мужчина одевает женские вещи, потому что это не было пальтошко женщины, это была только бат. Бухоль зодж, Самех хая киилу хая миил. Также говорится, мудрец, который это взял, одел на себя маленькую, такое, как говорится, материальчик, и говорится, для него это было как миил, для него это было как пальто. Гамзе мишум ло роце леханод меулам хазек муар шив гемара. И также написано, мудрецы не хотели от этого мира получать награду. Когда человек получает от этого мира награду, Акадош Бараху забирает у него награду в грядущем мире. Как мы изучали Орхот Садиким, не дай Бог, что человек сейчас сказал, я одену, давайте одену. Мы уже до этого привык Шиурим сказали, давайте я одену грязные вещи, не дай Бог, порванные. Нет, нет. Мудрецы сказали, человек должен одевать по своему карману, также и женщине. Женщина должна по своему карману. Если она может именные может одеть, если она в таком environment. Также мы научились в Орхот Цадиким, в книге Орхот Цадиким. Человек не может, богатый человек, одевать грязные, не только грязные и порванные вещи, и показать, нет, вот я какой скромный. Это не называется скромность, это называется тупость. Ну, как мы сказали, и человек должен быть очень осторожен, чем больше он от этого получает мира удовольствия, чем больше грядущий мир от него
дальше и дальше он не получает награду, которую он должен получить. Кумармея лавшага левуш ахад лой лешнехем. Гам шацалиха бейт. Везе гам бакаш Якова вену. Бегит либот сорых либош в лой отер мизек. Муарнитвайер. Также Якова вену наш праотец спрашивает Вакадош Параху, это наш праотец. Мы должны сказать, кто это наш праотец, чтобы мы знали, откуда мы идем, и чего наши праотцы учили, и чего они нас учат, какие толкования они нам давали. Везе дерех лагия мадрига дазот, матину багамара недарим. Как может достичь человек до этого левела, до этой уровни, о котором мы говорим, что просто вещи одевать, или постоянно, или человек, женщине мицва одеваться, переодеваться, да, также и мужчине, он, не дай Бог, не должен не вонять, как написано в Шулхан Арух. Все эти вещи написано, все эти вещи мы уже растолковали. Здесь, в том моменте написано, как человек может достичь до этого левела, чтобы достичь только то, что у него есть, чтобы он был радостный. Не то, что у него друга есть, у родственника, у близких, у партнера. Мы говорим то, что у него есть, как он может быть радостный. Написано в Гемара Масехет Недарим Даф Нун Амид Алиф. Амуд бед. Раби Акива иткашет лебертеа декал савуа. Мы знаем, что Раби Акива иткадешет. Мы знаем, что Раби Акива, алаф ашалом, он женился на самый богатого человека в мире, Кальба Савуа. И Кальба Савуа, это его был амак Раби Акива. Шма Кал Савуа адраха на микол нехасея. Азали иткасея бесюата. Нишало беемат хорев. Написано, что Кальба Савуа сказал своей дочке Рахель, ее звали, что ты не замуж за него не выйдешь. Она все равно вышла, она пошла жить с ним. Она как замуж вышла, он сказал, то, что все мои деньги есть, это деньги не принадлежат ни ей и никому больше, потому что она не замуж вышла за Талмид Хахама. И она замуж вышла, Раби Акивина дочка, ее звали Рахель, вышла она зимой замуж. ויהיה גנה בתבנה, והיו ישנים בין התבן, שלא היה להם קרים וכוסות. נפיסנה שתו אני ז'לי, ובן, בנת כדי קרובי, תמה ז'בות. היא גברית, אני אבלו אוניח, ניקקי פרסטני, פרוסטני, ניקקי, ניקרבתי, ניפדושקי. איתך מגברים פרקלסבו הדוצ'קו, כתורו מיליונרה, מיליארדרה דוצ'קה. Выходит не за богатого человека, как Раби Акива. Раби Акива был 40 лет ему. И что встает, у них ничего нету. И покрывались они все себя сено. Сено это, которое корова что кушает. Это, этим они покрывались. Ита Ильяу и Дамелек и Анше векарели Абава. Амар хавули прута дитивна. Дильдей тейд вилет лей мидаим. Агуна, амал ле Раби Акива, интуте хазе гавра да афилу тивна ледле, амал ле зил хаве Раби. Шоосе Илья кен кедей лейнахем, лейнахем, лейрод лахем шеш аниим йотер мехем. Написано, Акадош Баруху послал Ильяу Ханави, как человека бедного. И этот бедный человек спрашивает, это Ильяу Ханави, спрашивает у Раби Акива, пожалуйста, дай мне хлеб, у меня нету кусочек хлеба. Чтобы показать, что есть люди намного беднее, чем Раби Акива и его жена Рахель. И в тот момент бьют дворим, что тева адам, бьют дворим, что как вот тева адам, что юре это ашир мимену, маргишу это смо хасер мецаир, аль оно вахисрано. Мы знаем, что у человека природа, это нормальная природа. И природа у человека такая. Мы видим человека, который богатый, богаче, чем мы. Богатый в других вещах. Богатый или детей, или жена. Богатство физическое. И мы, когда видим, что кто-то другой, он богатый больше, чем мы, в любой форме, и мы думаем, что у нас что-то нехватки, не хватает. Мутаров, митуротав, шила ашир, насимло, כחרוכית וגורם לו זה גם מה שעורם מותרות אצל זולתו. אמנם הדרך הסלולה לעבוד אדם הוא מסתכל על עניים נמוכים ממנו. גברית, התשובה וחודשת אצל נת סבוי רבותת. הוא גברית, אני דוז'ן סמטרית נבגעתך. הוא סמטרית דוז'ן נלודי כתורי בדניה צ'ם און. יקדם בוי סמטרית בדניה צ'ם און, הוא פסמוטרית שתו נבוייס בושי צ'ם הוא את ובדנו ותשובה וכה. וכך ירגיש את הטובת.
Ашем элав. И когда он почувствует, что Акадош Барух Ху все с ним делает хорошее, «Вло иреет мецаво ки хасер». И он не увидит свою ситуацию, когда у него ничего нету. «Ке олам азе колам нимадет эцел адам лефи зулато». Значит, этот мир, все проверяется, как человек себя ведет в этом мире. И сравнится с другим человеком. «Шерей раби Акива бето калсаво ша шаях мацав йотер гау ми мацав кмо шине маала». «Раби Акива хаза гавре да афилу тивна ледле». Танхума медагарод. Что мы знаем, что Раби Акива, когда пришел Илияу Ханави, как бедный человек, даже кусочек хлеба не было, Раби Акива подумал, если у него кусочек хлеба нету, а у нас есть, мы считаемся богатые люди. Хантхуму мадагат хисронот. Митох идбанут омо Раби Акива зи ле биви рав. Шим ло хасе лану хрохит ми ума. Эн леха петур ми йод амал батора, мизе гадал вецэ бе Раби Акива. И как написано, это не обозначает, что у человека нету все, которые мы сказали, мутарот, который человеку, он в этом мире хочет получить удовольствие. Он говорит, он должен посмотреть, сколько у него есть. Он не может смотреть на глаз, это работа, сколько у него нету. Все равно он должен работать на Торе, значит, он должен учиться. Учение – это первая вещь, наша вещь. Учение – это, которое человек учит, он может в действие принести свое учение. И когда он, даже у него нету то, что у других есть, или даже у других то, что есть, они всегда бегают, как их сейф сделать, как их сохранить. В тот момент, когда они сохраняют, они боятся, чтобы кто-то у них это не украл, или чтобы, не дай Бог, не потеряли они. «Мизе гадоль яце раби Акива зе ховада левавод». Как написано, ховада левавод. Мы часто здесь сказали сейчас про Якова Авену. Яков Авену сказал, дай мне покушать хлебушка, дай мне вещь одеть. Потом мы принесли еще один сценарий, сторис нашей гемара, что Раби Акива говорит, много нам не надо, то, что у нас есть. И мы скажем, мы не Раби Акива, и мы не, как его зовут, не Яков Авену. Мы понимаем, потому что Раби Акива, он стал Раби Акива не в 40 лет, и Раби Акива стал Раби Акива в 80 лет, и он не был богатый человек. Каждый человек встает по его леву, и он начинает расти. Что человек не может сказать, о, вот он такой. Не каждый хахам, не каждый тамид хахам стал очень богатый и был богатый в своей жизни. Мы запомним эти вещи. Но все равно мы должны изучать нашу святую Тору. «Мизе гадоль яце раби Акива зе ховат алевавот, льот эно тамид альмишу лимата мимену баров хатовот». Написано «Шара аводат элоким». Написано «Ховада левавод», что человек каждый раз должен смотреть на людей, которые меньше, чем они. В чем? В физическом. Когда он на это смотрит, он думает, что у него есть больше, чем у них. «Альмаши улла улемала мимену». Не то, что то, что ему больше, он хочет, чтобы на других смотреть, то, что у них есть больше, чем у него. «Варшим аладе исмах бехелков и ира хесед и луким алав». И он будет радостный, то, что у него есть, и Акадош Барух Ху милосердие пошлет на этого человека. «Вло итканэ бамиши товло мимену». И он не будет от этого завидовать. Зависть, она очень плохая вещь, зависть, которую человек зависть есть, она очень ему мешает в жизни. Мешает, где бы работать на Водат Ашем, работать на Бога, где бы изучать Тору, где бы сохранить свою семью и быть радостным то, что у него есть. И мы до этого говорили, уже мы говорили в Гейтс, в воротах кина, в воротах зависти. Зависть, она один из плохих вещей, которого у человека нет радости. Значит, он должен взять себе книгу, называется «Орхот Садиким», и по этой книге работать над своей завистью. У каждого из нас есть зависть. Где бы она белая зависть, где бы она черная, не знаю, какими мы словами используемся. Мы первое должны знать, познать мысль зависть или понять, что такое зависть. Зависть, то, что мы говорим белая, она на самом деле не белая, она черная. Значит, каждый из нас, который говорит зависть, мы завидуем, по-белому завидуем. Ну, надо изучать, что такое белая зависть, надо изучать, что такое черная зависть. Есть на это книги, и наши мудрецы, как наша Тора на это смотрит. Это все вещи уже написано про человечество. «Катив им бихукотай тилеху». И написано «Им бихукотай тилеху». В Торе написано «condition».
פרשה ויקרא חבב ג', יסלי הקדוש ברוך הוא גברית, יסלי וידיוטי פעמיימו זקונו, שתהיה עמלים בתורה. רשי גברית הכויבש, קמינטרי רשי רבי שלמה בן יצחק, תהיו עמלים בתורה, שובמי וגובלליס פטורו. Часто звонят и говорят, почему дети так сильно углубляются, не надо им так углубляться, это нехорошо, это неприятно и все остальные вещи. Здесь мудрецы говорят, что человек должен им бехукатайте леху, шиу амалим батура, что мы углублялись в Тору. Когда мы углубляемся в Тору, мы понимаем, что от нас хочет жизнь, что от нас хочет наша близкая, наша жена, вторая половина, наши родители, что хочет наши партнеры. Тора нам учит, Тора это не просто пошли мы на мероприятия, бар-мицва, брит-мила, свадьбы, еще услышали какой-то деврей Тора, и все, от этого мы получили то, что нам должны получить. Нет, это так не работает. Пока человек вкладывать не будет, он вкладет, он будет получать. Человек, который пошел в колледж, он идет в колледж 10 лет, он хочет быть доктором. Когда он идет в колледж, и он провалил. Не стал в жизни то, что он должен был профессию взять как доктор. В тот моменте мудрецы говорят, да, в глазах этого мира, в глазах людей, которые не знают Тору, не изучают Тору, не понимают Тору, даже в синагогу они могут ходить по 20-30 лет. Говорится, в тот момент они провалили. Но если человек изучает Тору 10 лет, 15, 20 лет, и он изучает, и он не понимает, за каждую букву, за каждое слово, за каждое вдыхание он получает на это награду. В Торе, когда приходит, каждый человек, нету такая вещь, что он провалил. У нас в Торе нету такой вещи провал. Провал это только у гоимов. У гоимов это у других наций. В нашей Торе написано, ты чем больше изучаешь, чем больше ты стараешься, чем больше у тебя будет награда в грядущем мире. И как написано здесь, «Вим тио амалим ба Тора газе бехухати масу». Если человек каждый, как написано Параша Вайкра, Хаввав, 26-й пасук, Перек, 3-й пасук. Если мы идем по дороге Торы или по закону, Раши пишет комментарий, один из комментариев, Амалим ба Тора, что мы углублялись в Тору, чтобы мы зашли в Тору. Говорится, лот ю амалим в Тору. А если мы не углубляемся в Тору, имбаху котайте масу, и наш, не дай Бог, Ашема закон для нас будет очень неприятный, disgusting, не дай Бог. Рахмана лецлан. А дерех лаги адрек амала Тора. Как человек может углубляться в Тору или понимать его, то, что нам наши мудрецы говорят, то, что наша святая Тора говорит. Шея написано, как написано, дарга амальба Тора. В пирке авод перегвав мемдалет. Каха я дарка шело Тора. Так говорится, по дороге Торы человек должен идти. Пад бамелех тохан. Человек должен кушать хлеб с солью. Умбаем бамешура тиште. И воду он должен пить. Так написано в Пирке Авот. Мы знаем, сейчас у нас в ешивах таких вещей нету, чтобы человек только воду пил и хлеб кушал. Правильно, у нас в ешивах таких вещей нет. У нас ланчи есть, у нас брекфаст есть. Каждый день нам приносят в ешиве. Иногда торты приносят, иногда курица, иногда мясо, иногда пицца. Такие то, что в Пирке Авот говорят вещи, нету у нас, нету. И очень мало цадиким такими вещами живут. Только вода и хлеб, и соль, и все. 3-4 вещи, и все. В основном так не работает. «Валаарес тишан, вехае цар тихие». Написано, мы должны спать на полу, и чтобы мы жили в боли. Так написано в Пирке Авод. «Батора ата аман». И в Тору ты должен углубиться. «Рага ахал агдама ши адам эно локех меума йотер меу мухрах». Человек должен в этом мире жить то, что ему достойно и то, что он хочет достичь в этом жизни. Ашаях убатора таламан. Когда говорится, когда он в Тору углубляется, когда он в основном человек, когда у него все хорошо и у него все есть, а мосты от жира бесимся иногда, и мы не понимаем то, что когда нам Тору говорится, в Тору мы должны углубляться, мы не углубляемся в эту Тору. Мы с поверхности пришли в синагогах, поверхности пришли на шиуры, на уроки, помолились, сказали 2-3 слова, сказали свои opinion и пошли дальше. Это не называется углубление Торы. Углубление Торы называется в ешивах быть, где бы человек был старый, где бы человек молодой, где бы человек in the middle age,
каждый из нас мы должны внутри углубляться. Кен энамалат бифнеато эл рак дама батора ата амал. Каждая вещь, которую мудрецы сказали, это Рав Хаим Шмулевиц, он сам был мир Ишива, был Рош Ишива, он сам знает, что это такое. Говорит, каждый человек, который знает себе цену и знает себе ценность, как он может в Тору углубиться. Когда он в Тору углубляется, он должен быть соединяться с Талмидей Хахамим, с мудрецами. А когда мудрецами он соединяется, мудрецы ему покажут дорогу. Когда ему покажут дорогу, он знает, как правильно вести и как по правильной дороге идти. Значит, мы говорим Ашкафа. Ашкафа – это outlook, это смотрение, видение Торы, что мы должны понюхать чуть Тору и жить жизнью Торы. Не то, что мои часто ученики говорят такую вещь, но сейчас это Шулхан Арух не в наше время, то не в наше. Каждый из нас находит причины. А причины, они очень-очень много, и очень они надвалы. Они никуда не годятся, эти причины. У каждого есть хорошие причины. Нету человека, чтобы я не видел, чтобы у него плохие были причины. У каждого есть причина, вот это так и делает сатан. Он работает только на причинах. Вот посмотрите, как мы выросли, как мы с маленьких лет, только и причины ищем, чтобы близко к душе не подойти. Подходим тихо-тихо по своему, как мы сказали, по своему левелу, по своему пониманию, обратка. Если в Пирке Авод написано, что мы должны сами себе сделать мудреца, мы, значит, то, что мудрецы нам скажут, по этой дороге мы идти. И не дай Бог, что мудрецы и человека не потянут на плохую дорогу. Нет такая вещь, чтобы мудрец, если правильный мудрец, а мы скажем, да, на улице много есть тоже обманщиков, аферистов, мы это знаем. Но человек должен сам себе выбрать одного мудреца и по этому мудрецу идти. ורק שזוכה על זה להיות עמל בתורה, אלא זה גם לאשר, לאושר בעולם הזה כמו שכתום. אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה ותוכלך לעולם הבא. מודריצי גברת, если человек будет на полу спать, как мы до этого сказали, жить в боли, и кушать только хлеб, соли и воду, и водой запивать, в тот момент говорится ашреха, praiseworthy, что он в этом мире живет и в грядущем мире. Адам ишубар литаавато леолам эно ноах. Здесь вот здесь красивую вещь он говорит. Каждый человек, который бежит за своими страстями, таава, desires, эно ноах, ему никогда не приятно. Всегда он за что-то бежит, всегда ему что-то мешает. Шаре эн адам мед бахати таавато баядо. Человек не умирает, пока половина своей страсти он не пополняет. Что это обозначает? Каждый человек, который у него нету в этом мире спокойствия, никого нет спокойствия, но человек может заработать спокойствие, когда он будет изучать и практиковаться то, что в нашей Торе написано. Бацар, всегда человек будет в боли. Почему в боли? У него все есть, у него все хорошо, как мы на других видим. Ваягон, всегда он беспокоится. Кинидамело хасело, всегда он думает, что у него чего-то не хватает, нехватки. Вло яхоль аргиш латет шевах лоода ашен шенатан ло баулам азе. Он не может зачувствовать или почувствовать и сказать спасибо. И на самом деле спасибо, что то, что у него есть в этом мире, спасибо. И он на этом тоже радостный. Кило хасело, и он думает, каждый человек, который то, что у него есть, он говорит спасибо, и на самом деле чувствует, он никогда не почувствует, что у него что-то хасер, что-то missing, что-то не пополняет. Воином меушар. Ахен е ехе адам лифи дерех тора видрахек мина мутарод. Из-за этого человек должен жить по дороге Торы. Ну, мы говорим, что такое по дороге Торы. Очень это растяжимая вещь. Мы видим, человек может в синагогу ходить 20-30 лет или там в других местах, он иногда дает цадака, и мы никого не хотим рассуждать, но они все равно делают греши, грех, то, что в Торе это очень-очень хамур. Почему? Потому что он очень-очень далеко от Торы. Каждый человек, который далеко от Торы, он 100% будет грешить и 100% продолжает грешить. Аз кец, ваз эн кец лисимхато.
Каждый человек, который не живет по дороге Торы, не идет, то, что Тора ему говорит, у него нету, говорится, радости вообще в жизни. Радостного не, он в жизни не в радостном. Мы часто используем и говорим, но мы в жизни радостны. Но «Коль я мав хуба ошер, не дормиме коль кина ватава». Всю жизнь, он говорится, бежит за богатством. И всю жизнь у него, говорится, есть кина. У него зависть, ватава и страсти. «Раги я самех бехелко». Говорится, даже когда он пойдет в Олам Аба, у него будет его стол очень полный. В чем моменты, в том, в каком моменте мы это говорим, когда человек, то, что у него есть, это самый радостный человек. И в основном человечество с этой пандемией, эта радость от нас ушла. Радость, эти гои, это медиа, это Facebook, это Instagram, все эти вещи радость от нас убила. Убила тихо-тихо и убивает. Почему? Потому что жизнь давит. А если мы будем изучать, мы будем идти по дороге Торы, это все то, что будет проходить, как царь Соломон посмотрел на свое кольцо и говорил такую вещь, камза явор, это тоже пройдет. Это все то, что worry, беспокойство, не дай бог депрессия. Okay. Все эти вещи, это тоже будет проходить. וזה אמרו אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לצדיקים מה שמתוקן לו להם לעולם הבא. יהיה הקדוש ברוך הוא גברי תקוי ויש, צדיקים ותמירי, יא אם נדם שבני ז'ילי ורסקושני ז'יזני. ניתוק אני פלוצ'י דאוז'ן פלוצ'י צפוי גרידושי מיר, אני פלוצ'י דאוז'ן דאוז'ן מיר. מקום קבלת השכר צדיקים הוא עולם הבא, עולם הזה נותנים לאדם רק את הוכרחי ולא יותר. В грядущем мире Акадош Бараху дает полностью цадику. В этом мире он дает то, что он должен получать, минимум, то, что он жить, должен жить на минимум вещей. Гала дварим ухрахим, хиюним бейотер, ах, эн ле оле адам ли дог да агад махар. Ине басота. И человек не должен беспокоиться за завтра. Как на завтра? Как нельзя беспокоиться? Что завтра будет? Дестони азизам, что завтра будет? What's going to happen tomorrow? Инек натнан басота. Как написано в Масехет Сота в Талмуде нашем, 48 странице Амуд Бет. Мишихара бет амигдаш паску аше эм амана ми Исраэль. Говорится, как бет амигдаш разрушился. Каждый человек, который верил в Акадош Барух Ху, это остановилось от еврейского народа. Что это обозначает? Багамараша. Амар Раби Ицхак элу бне адам шемем аамин ба Акадош Барух Ху. И говорится, эти люди, которые верили в Акадош Барху, а ничего, их нет уже, потому что Бет-Амикдаш разрушился. Тане Раби Элиазар Гагадол омер, коль миш еш ло пад басалова ормама хол махар, эла, эно эла миктане амана. Раби Элиазар Гагадол говорит такую вещь, каждый человек говорит, у него если есть дома покушать хлеб, или в холодильник, Барух Ашем, полный, говорит, что у меня есть завтра покушать, этот человек считается, не дай Бог, миктане амана. У него есть очень маленькая вера в Акадош Барух Ху. Как написано Баба Матия в Талмуде в нашем, Тетзайн, 16 страница Амуд Бет. Авал Хилель Закен мида ахерет айтало. Хилель Закен, когда жил, он говорил другую вещь. Шеколя маасим лешем шамаем. Хилель Закен все делал ради Всевышнего, ради небес. Шенемар Барух Хашем йом йом. Как написано в Тейлиме 68-20, Илель Азакен говорил, каждый день у меня то, что есть, Барух Ашем, йом-йом. Айну шие ботех тизамену наа ле шаббат. И мы знали, что Илель Азакен, что Акадош Баруху каждый шаббат ему очень красивый стол накрывал. Как накрывал, значит, ему было чего покушать и хорошо покушать. Лая мехин тахлит шавуа шело дог ацархав шаббат лифне азман. Пируш раши мацину шал когон зе нитва агер. Кетив, ваевках элоким эт эне, ветере беэр маем, ветелех ветамел эт хамад маем, тешак эт наар. Амру хазал, мехусрат амана хаита, пируш раши дехтив тамел эт хамад, שהייתה יראה השם היחסרו לו מים ויתן לו לא עוד. הרי אף במצב שישמעאל הייתה נותן בו, מסוכן נותנת למוד המדבר. נפיסנה, הלל הזקן, אונקר ז'דן, גברי וברוך השם. מאוד שמסיעה,
От Ишмаэля о чем мы учимся? Ишмаэль говорится, когда Сара Эмену сказала Аврааму Вену, ты должен Ишмаэля выйти, выкинуть с этого дома. И так и стало. И написано, что он был со своей мамой Хагарки в пустыне. И Акадош Барух Ху ему показывает, где там колодец. Маком асаканот ло айта царха лимале эт амат, эла рак лейтел кедерет шаал лишалом баотах Акадош Барух Ху, изми ла эт цорхам лейт цорак. Маше ата, неш итгале беэр маим хаим. И мы знаем, что Ишмаэлю, даже такому человеку, как Раша, почему он Раша, говорится Хазал, что он в конце жизни своей сделал чува. Вначале он был Раша. В тот момент, говорится, ай, даже ему Акадош Барух Ху сделал чудо. Кату басо параша тоха, היו חייך תלויים לך מנגד פחדך לילה ויום לא תאמין בחייך. написано פרשת תוכחות в проклятиях в наших Торе, 28 פרק, פסוק סמך וב, 66. והיו חייך תלויים לך. говорится, ты всегда будешь беспокоиться. Твоя жизнь всегда она будет not so batuach. Ты, you not be so sure in your life. Мегене, пахат, лайла, всегда ты будешь бояться. День и ночь ты будешь бояться. Вло таамин бахаеха, ты не будешь верить в своей жизни. Вамру хазал менухот, в Талмуде написано Масехет менухот, 103 страница, амудбет. Ваю хаеха тлуим леха минегет зе алокех твуа мишана лешана. Написано, ваю хаеха тлуим. Говорится, ты всегда будешь зависим от чего? От других людей. Здесь написано, ты всегда будешь зависеть от своего поля. Что соберешь каждый год от своего поля? У кого поле есть? Поле в наше время – это бизнесы. Поле каждый год мы беспокоимся, как наш бизнес будет идти. Пахад лайла вайом, зе холех твула, мэрев шаббат, мэрев шаббат. Ло таамим бахаеха. Пахад ло йомом валайла. Мудрецы объясняют, будешь бояться день и ночь. День и ночь – это говорится, ты не знаешь, что у тебя будет от пятницы до пятницы. Ло таамим бахаеха, не будешь верить в свою жизнь. Зе асомех ала пальтар. Пируш, ты будешь надеяться на другой хлеб. Пируш Раши, наш комментарий Раши говорит. Зе алокех тва мишана лешана эн ло калка лезрова. Айну хаяв тлуем, шейну яде юло маод лешана хаба. Мы знаем, человек, который берет бизнес, он не знает, как его бизнес будет идти. И он не знает, что будет в будущем. И в тот момент он всегда беспокоится за свою жизнь. Лехроа тамуа эзек лаеш бадварем халалу, а яка мацав дереха мидбар, дор де а, микабле тора. Он говорит, как мы скажем, что это проклятие? Это не проклятие. Мы видим дор де а, дор поколения познания, это которым мы были, где? В пустыне. Шло я лехем клум льем ламахарад ваюм льем льем. Говорится, в пустыне 40 лет, 40 лет у нас ничего не было. И каждый день для нас было чудо. Бавада лоя мацак и мацав шер клала тоха. Не было это там в пустыне, не дай Бог сказать, что было проклятие для еврейского народа. Написано Масехет Йома, 76 страница, Амуд Алев. Шалой драби шимо бар Йохай, мипней мале ярад лахем ман ле Исраэл пам эхад башана. רוצה לומר במידה מספק לכל השנה בבת אחד. ספרסי לסטודנטי, הוא רבי שמעון בר יוחאי, אוטר הזוהרה, ספרסי לפצ'מו עברי סכמו נרודו, נספוסטיל סמן, עדין הסגות, יתב נביא סגות בכבטאו, פצ'מו קר רטיין, דוז'ון ספוסקת סמן, אמר להם, אמשור לכם משל למה דמר דובה. Он говорит, идем тебе вам дам пример, на что вещь похож. Лемелех басар вадам ешло бен эхад. Он говорит, давай посмотрим на короля. У короля есть у него только один сын. Пасег ло мазанов пам эхад башана. Он дает своему сыну один раз в год король. Ло я микабель пне авив эла пам эхад башана. Папа ему дает деньги король. И один раз в год его видит. И сын его видит только его, своего папу, один раз в год. Амад мипсо кола бухоли йом вайом. И король говорит, такая вещь не пойдет, я своего сына должен видеть каждый день. Ваякамель пни авев кола йом. Аф Исраэль, даже так же еврейский народ. Миши ешло арба ва хамиша баним, аю доег ва омар миши ло ярад, ман ли махар немца клум митим бар аф. Не дай Бог у человека, когда, это дай Бог, что у него есть 4-5 детей.
но он не знает завтра, что у него будет кушать, не дай Бог, дети умерут от голода. Отсюда мы учимся, каждого человека, которого у него нету, или он беспокоится, что у него будет, он всегда надеется на Всевышнего Бога. Мы видим, что это ситуация, которая находится у человека, это не проклятие, это благословение. Чтобы запомнили, как мы свое тело, как мы свои глаза, свою душу поднимаем на небеса. Ваютер еш ле таму аре пасукатув эцел сова торха машмазехи амуран лекулам. Эх ифша леви мацав зехи каше батархот. Он говорит, как мы можем понять это проклятие, мы должны беспокоиться то, что завтра будет проходить. Безе давар нора, хен мацав шеле мацад ацмогу то ваютер. Наоборот, это хорошо с одной стороны. Почему? Всегда мы надеемся на Акадош Баруху. Валиеду механим лейбам лавину башемаем, кому эцел Давид дора мидбар, как мы были в пустыне, постоянно то, что мы спрашивали Акадош Баруху. Не когда мы ходим, придем в синагогу, или когда хотим, спрашиваем Акадош Баруху. Лахоль йод еке гейном баулам азе эцел ктане амана доагим доагад махар. Он говорит, может быть, для тех людей, у кого в этом мире он ад, гейном. И всегда беспокоится, что будет в завтра, ктане амана. Кидаага азе шолелет гамета ошер хаим. Когда у человека есть у него даага, worry, беспокойство, у него нету спокойствия в этом мире. Нимца клала ино эце мацав, эла клала хи шеем мухсаре амана колках. Человека, если нету у него эмуна в битахон, если он не работает над этим эмуна в битахон, это говорится, у него проклятие. Если у него есть эмуна в битахон, это не называется проклятие. Как мы написано, что есть у него бизнес только на один год, мы не знаем, что будет происходить в следующем году. ולא פחד ולא תאמין, משום שמצב הזה עצמו הוא ברכה גדולה, אדם אינו כללה. Человек не должен беспокоиться. Of course, конечно, он должен поставить ищтадлют, свой effort, он должен поставить свой. Каждый человек, который не ставит, целый день сидит, не дай Бог, дома компьютер, телевизор, занимается не этим миром, значит, если он не изучает Тору, он должен работать. Если не он не работает, он должен изучать Тору. Один из две вещи. Он не может сказать, вот Ашем меня сам пошлет, я просто буду сидеть. Да, если ты будешь изучать Амаль Батора, если ты будешь изучать на самом деле, Ашем пошлет. А если мы просто сидим и говорим, ну Ашем, у меня такой эмуна в битахон, не надо на эти вещи надеяться, потому что они не существуют. אלא שאדם עצמו הפך את הגן עדן בעולם הזה לעמג הבכה. Говорится, человек может в этом мире сделать сам себе ган עדן в этом мире. И посмотреть то, что у него есть в глубину. וכל הכללה היא הרגשת אדם משמעות הקרה, וזה המורה בתוכחות. Каждый человек, который нет у него אמונה וביטחון, это называется проклятие на него приходит, на этого человека. מצינו לומדנו. Мы отсюда все то, что мы сказали, мы научимся. Шистапек бамуад бухрахихеу давар клару макив эт кола дархе аводат адам бауламо. Говорится, то, что у человека в этом мире есть, все то, что у него есть, и все то, что хорошее или плохое, не дай Бог, он должен с этим быть радостный, и это его работа в этом мире. Адам эгей алкех схуд гадоли ад эн шиур. И человек может подойти на очень большой левел, нету на него конец и края. Замру Рашби, Сука. Так и написано в Раби Шимон бар Йохай, Масехет Сука, 45-я страница, Амуд Бет. Илмале Йотам бен Узияу Иману. Йохол ли фетро епотер ли кол аулам куло мин адим мийом ши невра ад софо. Написано в Масехет Сука, 45-я страница, Амуд Бет. Раби Шимон бар Йохай говорит такую вещь. Дашти, Акадош Баруху, если ты мне дашь, Йотам бен Узияу Иману с нами, и весь мир, то, что будет боли, проблемы, разные вещи, которые в этом мире, мы можем этот мир освободить от суда. Пируш Раши, Шиутам цадик хая ванав. Ютам бен Узияу, Раши говорит, он был цадик и анав, и скромный.
שנתברא לו כל לא יקיבל מזכויותיו בעולם הזה כלום. פשימו הוא בו צדיק, יסקרום לי, פתאום שלא הוא נספוז וספי זכות, תושלו הוא מצוות דיווית ותמירי. נמצא כנאי שלא לקח לעצמו כלום מעולם הזה. סט ומירה, יותם בן עוזיהו, ניצ'ו ניבוזיהו, סט ומירה. לא כבוד ולא מותרות. ני וז'ניה, ני תושלו אימונינד בברד. יש ביכלתו לפתור כל העולם כולו מן הדין. הוא ניבו יש סילה הסבבדית את הדבד וסמיר, עד שבו עד סודה. וכן אמרו בגמרא תענית, נפיסנה בגמרא תענית ועד שתבירת סטרניצה עמוד ב', כל יום ויום בעד כל יוצא ואומרת כל העולם ניזום בשביל תנינה בני, חנינה בני. היא נפיסנה בתמודי מסכת תענית, שתו וחוית קשדין גולוס, היא גברית שתו בזכות, in a merit, или его то, что хороший деянием в этом мире делает, весь мир от этого питается. «Ваханина бени дай бакавтар харувин, ми эрев шаббат ле эрев шаббат». И написано «Раби Ханина, он акации кушал от пятницы до пятницы, не было у него самого чего питаться». «Нирей пашут шен канцируф шне дварим, эла муках мухуха ше ханина дай ло бакав харувин, ми эрев шаббат ле эрев шаббат, и нон отел ацмо улам азе клум». Мы знаем, что весь мир во время Талмуда, Раби Ханина бен Доса, весь мир за счет него питался, физически и духовно. И написано, что Раби Ханина бен Доса ни одну вещь с этого мира не забрал. Но коах зе, ше аулам куло низун бешвилом. А весь мир за счет него питался. Но он сам не питался, он только питался акациями. Мы отсюда учимся, сколько человек должен работать над своими чертами, женщина, мужчина, детьми. בעזרת השם, то, что мы сказали, דברי תורה, רפואה שלמה, רפואת הנפש, то, что мы скажем, בעזרת השם, каждый день, каждую субботу, вечером, רבי חקשו, בזדי קינג דיווידה, в синагоге мы делаем Авод Абаним. Это программа Авод Абаним, детьми проходим, изучаем с детьми. В 7 часов, каждый моце шаббат, 7 PM, 7 вечера. Будет refreshments, пицца, пожалуйста, все проходите, у кого вопросы есть. Дети, женщины могут прийти со своими детьми, мужчины со своими мальчиками, женщины со своими девочками, мехица, чтобы изучать, чтобы мы были с общиной. Когда мы находимся в общине, община может расти, и община может понять, что от наша Тора хочет. So, кто хочет программу прийти, может прийти в 7 часов, никакой appointment не надо делать. Мой телефон, звоните 917-335-4763, кто хочет по вопросу, у кого есть, хочет, чтобы записали в нашу WhatsApp-групп, тоже скажите, что мы текст сделаете, что мы хотим WhatsApp-групп подключиться к вашему WhatsApp-группу. בעזרת השם, השם שוגי וסברכה, הצלחה, סוסם ושמחה, בריאות, הרבה דיסייה, דשמיה, שהלכו בדרך אמת, וכן ירצון ונאמר אמן.